Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Песков, и мы продолжаем наш разговор об образовании будущего. Мы говорили о школе, о том, как меняется школа, о том, что оценка знаний заменяется на оценку компетенций, о том, что исчезает десятилетнее понятие образования, о том, что исчезли учебники, о том, что система уроков заменяет систему квестов. И сегодня мы поговорим о следующей стадии, об университете, когда наш ребенок будущего закончил школу и пошел в университет. Понятно, что университеты изменятся не меньше, чем изменится школа. Есть такая хорошая фраза о том, что университеты похожи на генералов. Генералы готовятся к прошедшим войнам, университеты выпускают уже ненужных специалистов. Между тем, в образовании будущего университет возвращается в прошлое. Университеты становятся похожи на то, как их придумывали в средние века. Когда университет появлялся в XII-XIII веке, сначала в Италии, потом во Франции, потом в Англии, он очень сильно был не похож на то, как мы университет представляем сегодня. Это были такие свободные сообщества студентов, которые сами нанимали себе преподавателей, платили им деньги. Если им преподаватель нравился, они платили ему, продолжали у него заниматься. Если нет, они уходили к другому. И слова, которые мы воспринимаем сегодня как такие слова с устоявшимся смыслом, например, слово «декан». Слово «декан» в те времена означало студента, который занимался административными вопросами. Это была всегда выборная должность. То же самое кафедра – это всего лишь некая проблемная группа, свободное сообщество, которое занимается исследованием и преподаванием в какой-то одной области. Вот в образовании будущего, которое уйдет от фабричности, вернутся эти средневековые концепты. И появится некий цикл, когда школьник поступает в университет. Вначале, на входе, он, конечно, не сдает никаких экзаменов. Он погружается вначале в игру. Игру, которая в течение, например, одной недели моделирует все, что будет происходить в этом университете в ближайшие несколько лет. Игру, в которой он играет не один, а с другими выпускниками. И по итогам этой игры подбираются команды, то есть студенты подбираются по дополняющим друг друга компетенциям, и из них формируются заранее некие междисциплинарные команды с различными ролями. Точно так же, как и в школе, эта команда в течение нескольких лет выполняет некий набор заданий. Этот набор заданий очень похож на то, как в средние века появлялись мастера. Мастер приходил в гильдию. Гильдия была неким закрытым сообществом людей, которые обладали профессиональным знанием в этой области. Вначале он был учеником, у него не было никаких прав, он просто учился. Затем он становился подмастерьем. Он уже обладал знаниями и умениями, и даже навыками, но он мог оставаться подмастерьем год, два, три, пять, десять, пока он не создаст шедевр. Шедевром называлось его произведение, которое было достойным того, чтобы его признали мастером. И когда он становился мастером, он становился полноценным членом этой гильдии. Вот в университете будущего основная задача каждого студента – это подготовка такого шедевра. Но шедевр, естественно, готовится не только самим человеком, но и всей командой, которая учится. При этом у каждого студента есть два трека. Есть трек знаний, это те знания, которые ему необходимо получить за годы учебы, и трек компетенций, то есть тот набор компетенций, который ему необходимо развить для достижения своего образа будущего. При этом в университете будущего образование становится асинхронным. То есть команды делятся на быстрых и на тормозов. Тормоза – это те, которые спокойно учатся все заданное время. Это обычный студент, у них более дешевая подготовка, с ними все понятно. Быстрые – это команда, которая очень быстро делает свой шедевр и уходит в бизнес, в преподавание, в государственное управление, куда угодно. Но они не просто уходят, они остаются в этом же университете, но уже меняя свою позицию. Они из студентов становятся тьюторами, становятся некими навигаторами, которые помогают следующим поколениям студентов университета проходить эти же самые циклы. Циклы, когда он вначале ученик, потом подмастерье, потом мастер, потом он делает шедевр и уходит из этого университета. То есть происходит принципиальное изменение ролей. Исчезает понятие преподавателей, потому что преподаватели сегодня
это некие люди, которые чаще всего работают громкоговорителями. Они озвучивают содержание учебников и все. Или помогают студентам приобретать те или иные знания. Но вот эта вот помощь, это задача на самом деле не преподавателя, а тьютора. Человек, который ведет студента по океану знаний, помогает ему подбирать треки, помогает ему ориентироваться в карте знаний. Из преподавателей останется 5%, это те преподаватели, которых можно назвать проповедниками. Это те люди, которые могут выйти на кафедру и зажечь. Зажечь в визуальном смысле, зажечь в смысле воодушевления студентов, повести их за собой. Остальные же – это те, которые помогают, но появляется зато совершенно новая роль – это роль эксперта. Когда в университет приходят люди, те, которые работают в компаниях, те, которые работают в организациях, в журналах, в управлении, которые уже вышли из этого университета, но которые ему еще немножко должны, которые участвуют в этом образовательном процессе, они возвращаются туда и работают вместе со студентами. Студент получил задание от преподавателя, работает с экспертом, появляется такой треугольник. А еще появляются другие студенты, потому что он работает в команде, появляется некий ромб отношений. Вот в этом вот ромбе, где студенческие команды делают задания, их проверяет эксперт, вместе они их еще раз перелинковывают, они приобретают практическую ценность. А дальше итоговая получаемая оценка делится на части. Часть оценки – это оценка преподавателя, другая часть – это оценки других студентов, а третья часть – это оценки эксперта. Вот это совершенно новый цикл и совершенно новое понятие образования будущего.